Всем привет! С вами Шок Гейм, мы продолжаем играть в Хелион. Мы находимся на орбите планеты ИА. Мы ищем падающие станции, чтобы хотя бы одну из них захватить. Но самая проблема заключается в том, что осколки, которые летают над планетой, не дают нам такую возможность. И плюс орбита этих станций, она падающая. Это большая проблема. Так вот, давайте попытаемся просканировать все. Если мы не найдем сейчас падающую станцию, то мы летим на орбиту одной из планет для того, чтобы добывать элемент, райт-элемент. Вот, и будем ждать, когда зареспамится очередная падающая станция. Давайте так. Ну, еще посканируем. Я думаю, тут у нас время как бы есть. Ну, заодно, как говорится, убьем двух зайцев. Или трех, там, не знаю, как получится. Так, давайте посмотрим. Угу. Ну, вот, я не вижу. Так, не вижу. Ничего подобного, чтобы у нас появилась хоть одна падающая станция. Ну, давайте так. Летим тогда на орбиту одного из астероидов. Будем добывать райт-элемент. Ну, будем добывать, например, по две канистры. Потом дальше... Так, ну давайте выберем один из спутников. Так, что у нас тут? В принципе, можно будет выбрать... ну, они, в принципе, все как бы не подарок. Можно более внешнюю орбиту выбрать. Ну, давайте выберем внешнюю. Так, ну давайте сюда. Варп-перемещение. Второй варп. Так, быстро перелетим на этот астероид и займемся тем, что будем добывать райт-элемент. Так, все, быстренько летим. Заодно откачаем воздух. И надеваем шлем. Так, что у нас тут есть? Так, у нас остались... Аптечки, патроны, эми-гранаты. Ну, в принципе, выкладывать их смысла нет пока. Давайте откачивать воздух. Сейчас прилетим на орбиту и будем добывать райт-элемента. После того, как мы добудем хотя бы пару канистр, мы снова просканируем пространство. И я думаю, к этому моменту эти падающие станции зареспамятся. Ну, надеюсь, по крайней мере. Давайте так. Ну, в принципе, прохождение достаточно жесткое в том отношении, что очень трудно лутать с этих падающих станций. Там не всегда хватает времени. Конечно, особенно так называемые турели, которых прыгающие турели, их достаточно сложно сбить. Ну, вот недостаток того, что у нас нет... У нас нет снайперской винтовки. Хотелось бы, конечно, ее найти. Это было бы... Намного упростило бы задачу. Так, ну давайте сблизимся хотя бы. Тут небольшой такой астероид. Так, ну в принципе вот такого расстояния достаточно. Все. Ну максимум парочку канистр. Потом давайте сейчас... Кстати, просканируем поверхность нашей планеты. Вдруг что-то... Вот, смотрите, ну как только мы отлетели, появилась станция, которая у нас падает. Ну вот, видите, стоило только отлететь. Давайте посмотрим, появится у нас такой варп-перемещение. Так, цепляем мы, не цепляем. Сквозь осколки прямо. Так, ну прямо... Нет, по-моему, цепляем, да? Ну, давайте вот тогда сюда прыгнем. Варп-перемещение. Так. Вот так. Ну, у нас появляется шанс. Давайте снова возвращаемся. Ну, все, зареспамилось. Ну, сколько это примерно занимает времени? Минут 10, да? Получается так, респам станций. Ну, посмотрим. Попробуем.
проштурмовать еще раз. Ну, в принципе, есть шанс. Так, все, летим. Потом с этого астероида мы... Так, ну что? Патроны у нас есть. Так, так, 3 эми-гранаты. Ну, это как бы лишнее. Ну, ладно. Так, винтовку возьмем. Так, ну-ка посмотрим. Ну, патронов у нас, конечно, осталось не так уж и много. Ну, смысл в чем, что мы потеряли, конечно, очень много боеприпасов. С тем, что пытались бить издалека одну из турелей. Ну, это просто какой-то был ужас. Так, это мы временно. Такой временный перелет. Ну, вот все, на станции. Летим. Так, ну-ка давайте еще посканируем. Может, вдруг что-нибудь... более интересное найдем. Нет, ну вот она одна, да? Ну это опять из той же серии процессинг. Угу. Так, все, второй варп. Давайте быстренько. Просто напрямую прыгнуть можно было бы, но не факт, то чтобы мы не разбились о планету. Так, примерно. Все, полетели. Ну, будем пробовать, что делать. Говорю, ну, наша задача найти, конечно, снайперскую винтовку, автомат. Это было бы достаточно неплохо. До этого мы нашли... четвертого тира генератор поля активной зоны. Это огромный плюс для будущей станции, которую мы будем собирать. Это будет, ну, достаточно неплохой вариант. Ну и смотрим. Смысл в чем, что как только мы попадаем в осколки, мы можем... вот она, да, так ее потихонечку тут вращает. Ах, так. Ну, давайте поближе к ней. Ну, тоже хитрость такая там. Посмотрим. Вращает, коловращает. Так. Тоже по нам, чтобы она не попала. Вот это большая проблема при вращении. Так, уравнять скорость. Все. Ну, так более-менее, да? Нам бы в ЦБМ-ку попасть, это было бы вообще просто супер. Ну, ничего не видно, отсвечивает все. Угу. Вот такая у нас беда тут крутится. Как попадать тут, я не знаю. И затормозить ее невозможно, и она может ударить по кораблю. Так, ну, тут очень сложно увидеть турели. Ну, мы смотрим. Вот и попробую это все сбить. Ну, тут, возможно, может быть, есть тоже такая хитрость, методика такая. То есть ты как бы делаешь запись, перезагружаешься, и после перезагрузки это все как бы, ну, перестает вращаться. Но опять, постольку-поскольку. Ух. Тема. Давайте попытаемся зайти в этот, в реакторный. Я помню, там более-менее мы хорошо зашли. Проблем, по большому счету, не было никаких. Так, ну я просто не вижу, чтобы тут было что-то связано с турелями. Так, угу. Ладно.
Камень, граната у нас есть. Все как бы есть. Все как бы хорошо. Вот у нас тут. Вот эта заглушка, конечно, в центральной, но это просто все портит. Так, ладно, чуть отойдем. Ну, вот так, да. Ох, как прямо над головой тут все это вращается. Ну вот самое отвратительное, мы не видим тут, ну как бы турелей. Может быть, на самом деле они там в таком состоянии. Вот примерно из той же серии вот турели висят, неактивны. Попали, это супер, это просто best. Так, что у нас тут? Еще один скафандр. Ну так, взломчик. Так, что здесь? Вот раньше были такие ящики. Так, посмотрим, что здесь. Ну, ничего такого мы не видим. Давайте аккуратненько ориентируемся. Вот, смотрите, то, что мы искали. Снайперская винтовка. Yes. Так, аккумулятор голдовый. Ну, просто, я не знаю, удачно. Ну, как, где она, красавица? Вот. Да вот она, снайперская винтовка. Но патронов нету. Патронов нет. Вот она. Такая тема. Yes. Так, смотрим. Ну, ищем патроны, конечно. Голдовый взломщик. Так. Ну, тут главное не совершить никакой ошибки. Так, вот тут, может быть, вдруг. Нет, тут у нас... Так, не вижу ничего здесь. Но снайперская винтовка у нас уже есть, да? Вот. Так, смотрим. Это на выход. Так, дальше что у нас ждет? Опа, турель молчит. Так. Так, у нас есть взломщик. Ну, голдовый мы не будем использовать пока. Зелененький есть. Так, сейчас поднимемся наверх. Давайте посмотрим, может, что-нибудь здесь. И захватываем станцию. Она обесточена. Смотрите, обратите внимание, тут нет никакой электроэнергии. Турели молчат. Это хорошо. Так, ну вот. Смотрим. Все, так, давайте заглянем. Что у нас? Да, тоже турели молчат. Открываем. Заходим. Тишина. Так, жалко, патронов нет. Так, давайте берем это все. А, ага. Так. Вот.
патроны под винтовку. Так, это у нас... Угу. Ну, судьба. Так, забираем. Так, можно будет... Ну, кстати, обратите внимание, тут нашли прям вот, не знаю, валялось. Так, угу. Так, давайте зайдем сюда. Смотрим. Обойму на винтовку. Так, что для того, чтобы это сделать обойму, нам нужно? Так, давайте посмотрим. Какие ингредиенты? Так, никель, феррум, углеродные волокна, силикат и титан. Вот, титан. Ну, отлично. Я думаю, сделаем без проблем. Так. Все, мы тут свою обойму пока выкинули. Ну что, давайте так. Ну вот видите, тут проблема в чем? Так. Турели эти. Мы снять тоже не можем. И захватить станцию мы тоже не можем. Обратите внимание, у нас нет соответствующего модуля. Мы вращаемся. Угу. По полной программе. Давайте. Вперед, вперед. Снайперская винтовка у нас уже есть. То, что нужно. Так, смотрим, куда мы пришли. Так, мы пришли отсюда. Давайте назад. Так, смотрим. Ну, давайте слева направо. Так, заглушка. Этой заглушки нам тут не хватало. Так, дальше внимательно, да, смотрим по сторонам. Опа, появляется электроэнергия, замигала там, может быть, она из тени вышла, не знаю. Станция. Как бы эта беда не запрыгала. Так, еще один отсек. Так, смотрим. Так, мы здесь были. Давайте дальше. Видите, открытый ящик. Мы сразу определились. Ну, что мы здесь были. Отлично. Дальше, 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 дальше. Времени нет. Так, еще одна у нас тут. Так, патрон. Главное, понимаете, обоймы мы нашли просто случайно. Валялись там. Так, давайте еще один взломщик. Ну, все, шикарно. Так, открываем. Только аккуратно. Смотрим по сторонам. Вау, ЦБМ-ка. Бегом. Так, улучшенная аптечка. Угу, турель. Но это нам не интересно. Так, ух ты как, голдовый бур, отлично. Так, голдовый бур, что еще? Давайте, я думаю, тут так, еще одна улучшенная аптечка. Ну, давайте используем ее в своих целях. Улучшенная канистра. Так, и бур. Давайте открываем все это дело. Так, требуется авторизация. Ну, дело за малым, да. Тут разбито все. О, как нас тут крутит, вращает. Еще один джекпак. Ранец. Противопехотную гранату брать не будем. Да, ну все, давайте так. Ох, как тут корабль наш вращает. Смотрите, обратите внимание. Это просто best. Так, мы достаточно близко находимся. Вот теперь наша задача попасть в этот, в реакторный, да? Ну, давайте сейчас мы, знаете, что сделаем? Так, мы сейчас сделаем такой ход. Достаточно простой. Угу. Посмотрим, на какой мы орбите. Имеется в виду.
будем ли мы падать или нет. Так, не хотелось бы, сразу говорю. Так, сейчас заглянем. И что? Ну вот видите, отключена станция, там какая-то проблема с энергией. Так, сбрасываем мы снайперскую винтовку. Патроны, которые мы будем изучать. Вот, давайте так. Смотрим еще раз. Ну помните, в тот раз мы просто улетали там со страшной силой. Нет, еще пока все хорошо, более-менее. Мы еще не входим в осколки, но рядом. Так, скидываем бутылку. Вот, и все более-менее хорошо. И ранец голдовый. Еще один. Угу, отлично. Так. Так, смотрим. Вот. Все, бежим. Так, теперь нам осталось только попасть в реакторный, да? Думаю, тут эти... Ух ты, как-то его вращает, конечно, жестко. Думаю, там нас это не пристрелят. Какая-нибудь турель дикая. Вот, видите, как тут... Как тут все выглядит. Ну, взломщики у нас есть. Давайте. Быстрее, быстрее, быстрее. У нас есть время, но оно ограничено. Ну, помните, там у нас. Ох, так. Ну, давайте. Так. Ох, как. Еще взламываем. Все. Так, что у нас тут? Вот это военная нанитная. Так, на обратном пути, конечно, было бы неплохо ее забрать. Так, голдовая. Так, смотрим, тут нас не примут. Нет, по-моему, нет никакого вращения. Так, смотрим, опять белые катализаторы, но это какое-то прям, ну, не знаю, просто собирать их для коллекции. Все равно они в переработку пойдут. Так, ну что у нас тут? Еще один уголь и фильтр. Так, угу, вот. Держатель для книг. Замечательно. Ладно, так, смотрим. Хотелось бы еще шлем найти. Ну, нету его, нету, не вижу. Так, давайте убираем это все сюда. Все, побежали, да? Ну, тут катализаторы. Но они белые, мы их брать точно не будем. Так, ну все. Так, мы зашли. Ух ты, вот она молчит. Голдовая турель. Так. Это нам повезло. Так. И здесь мы видим, знаете что? Вот то, что нам нужно. Нанитное ядро берем. Надеюсь, тут все не взорвется без нас. Так, тут уже некуда идти. Есть шанс, что это все, конечно, взлетит на воздух. Так. Вон еще одна эта статуэтка, да? Так, мы должны были здесь забрать еще, по-моему. Так, нет, не здесь, чуть подальше. Господи. Так, медленно. Вот здесь, по-моему, да? Ну, давайте его тоже заберем. Все. И теперь нам нужно попасть вот как-то вот в этот модуль. Знаю, каким методом. Так, вот здесь, по-моему, попытаемся зайти. Ух ты, как он откидывает его. Откидывает нас.
Вот. Вот он весь разрушенный, покоцанный. Так. Это выход. Нет, мы все-таки приближаемся к планете. Ну давайте еще. Еще чуть-чуть, еще немного, еще чуть-чуть, да? Как-то мы тут слегка запутались уже в конфигурации этой станции. Вот так. Что-то какие-то документы тут лежат. Ну, не знаю. Снайперскую винтовку мы получили. Что-то тут не сложилось, да? Никак мы не можем попасть вот в этот, хотелось бы, коридор. Ну вот с какой стороны тут вход вообще? А, вот он, давайте вот так. Ну, еще у нас есть попытка. Одна, больше не будет. Потому что мы уже на грани. Вот он, коридор этот. Вот он открытый. Давайте вовнутрь зайдем. Все, нашли наконец-то мы вход. Давайте, давайте быстрее, давайте быстрее. Ну что, тут начнутся модули эти, начнут модули эти взрываться. Стопудово. Так. Нет, нам не сюда, нам туда дальше. По такому изогнутому коридору. Давайте. Не понял. Не открывает, да? Что такое? Давайте. Давайте бросим. Нет, не можем мы открыть. Странно. Не смогли мы открыть. Почему? Потому что у нас этот несчастный скафандр. Ну ладно, в руках. Давайте так. На корабль. Смотрим, в каком мы состоянии. Ну, я думаю, отлететь и ждать еще раз, пока все зареспамится. Не знаю. Надеяться на то, что все будет хорошо. Так, смотрим. Положили. Или давайте еще попытку одну, и все, и хватит. Так. Ну, почему-то он не открыл этот модуль. Дверь этого модуль. Так, давайте так. Ну, а должен бы. Угу. Просто она крутится очень тяжело. Вот она тут. Прям во всей красе. Так, нам сюда надо, да? Ну вот, в принципе, нашли мы то, что хотели. Угу. Может быть, тут надо будет с этим, со взломщиком подходить? Не знаю. Опа. Давай, прыгай. Вот. Нет, не хочет. Давайте так. Может, не прорисовалось? Ну, бывает такое. Есть. Отлично. Давайте наверх. Ну, точно. Не прорисовалось так. Ну, это понятно. Все. Открываем. Вау. Есть еще одна снайперская винтовка. Так. Так. Смотрим спокойно. Угу. Ну, сюда нам не попасть.
Так, смотрим, смотрим. Тоже по краям быстрее, быстрее. И сейчас, если все удачно. Ну, видите, тут у нас ничего такого нет. Вот снайперская винтовка только одна. Так, ни турели, ничего. Угу. Такой пустой как бы вариант. Забрали мы снайперскую винтовку. Ну что, все достаточно хорошо. Ну, захватить ее практически имеется в виду вот таким методом. Что есть консоль вот это управление. Ну, не получается. Ладно, давайте сюда. Нет, мы сюда зашли. Давайте в другую сторону чуть-чуть. Ну, это примерно то же самое. Ну да. Ну, патроны мы вообще нашли случайно, абсолютно. То есть, как бы не планировали. Давайте так. То есть просто обойма лежала и все. Угу. Так, тоже не видим ничего. Нет, ну все, давайте так. Тут мы уже забрали это все. Ну, мы здесь уже были. Ну все, давайте возвращаться на корабль. В принципе, ух ты. Тут еще не так-то просто вернуться-то на корабль. Давайте. Застрял почему-то так. А ну-ка. Не, не забирает. Ну, давайте здесь через этот выход. Все, на корабль. И улетаем. Срочно, срочно, срочно. Знаю насчет тут. Ну да, мы достаточно близко от планеты. Вот она. Вот такая у нас планета. ИА. Достаточно своеобразная. Так, ну что, ну все, на корабль. Где наш корсар? Давайте вот так. Летим. Ну, сейчас стартуем. И я имею в виду, что мы будем добывать, по всей видимости, ресурсы, и все как бы хорошо. Ну, нам нужен райт-элемент. Однозначно. Так. Оп. Но все-таки мы дождались того, что станция эта зареспамилась, появилась. Все замечательно. Так, мы добыли еще одну снайперскую винтовку. Патроны у нас. Но это мы будем уже изучать дома. Так, вот. Давайте мы оставим ее. И не будем терять время. Так, уходим с этой орбиты. Угу, нестабильная она. Так. О, как? Не, дело так не пойдет. Сейчас отлетим от станции. Вот так примерно. Ну, примерно вот так. Стартуем.
Вот мы сейчас встанем на эту орбиту, потом перелетим на другой этот, на другой астероид. Этот у нас падающий. Это нам не нужно. Так, у нас появился голдовый бур. Ну, это просто какая-то вот находка. Так, а посмотрим, что нам нужно для изготовления батарейки. Так, о, как. Да, вот это райт элемент нам необходим будет. Ну, вот все, в принципе, у нас будет, да? Вот оно. Супер кондуктор. Ну, у нас его очень мало. Ну, ладно. Так, смотрим. Вот. Это у нас одна станция. А, вот еще у нас и одна станция. Давайте, может быть, туда слетаем. Давайте, варп-перемещение. Ну, прям не знаю. Вот. Давайте еще на одну станцию слетаем. Ну, прям не знаю. Это говорит, я удачно зашел, помните? Все. Летим. Refinery. Так, ну что, мы побывали на станции. Так, мы побывали. Процессинг, теперь летим на станцию Refine. Ну, посмотрим. Думаю, чем она там отличается. Было интересно, просто она как бы быстрее упала, там приблизилась к осколкам. Поэтому как бы мы ничего сделать не могли. Вот она, да. Очень похоже, ну прям вот брат-близнец. Ну почти. Ну похоже, но не такая. Обратите внимание, тут у нас получается один. Один командник. Вот. ЦБМ-ка. И что-то еще такое. Это она вращается, тем более. Вот видите. Вот так. Все. Выровняли скорость. Смотрим. Вот. Нет. Но тут у нас проблемы. Тут у нас турели, они вращаются, они себя чувствуют очень хорошо. Мы туда так просто не подойдем. Нам нужно будет их расстреливать, но у нас патронов для снайперской винтовки только одна обойма, ничего не изучено. То есть, о как. Ну-ка, давайте вот так. Жалко. Вот она. Вот она, красавица. Ну, что я могу сказать? Ну, нам так просто ее не одолеть. Вот одна под командником. Ну, это со снайперской винтовки надо расстреливать. И вот так. Да, ладно. Ну, а добра добра не ищут. Давайте. Так, ну-ка еще вот так. Вот. Ну да, похоже. Похоже один в один. Я просто перепутал. Там она реально похожая. Угу. Тоже два командника. Ой. Так, два командника. Так, ну что, давайте. Летим тогда на астероид. Вот, давайте на такой выйдем пока на орбиту. Варп-перемещение. А потом полетим добывать ресурсы. Ну, что я могу сказать? Вот так. Как бы идея хорошая, но достаточно сложно реализуемая. Почему? Потому что у нас только одна обойма для снайперки. А снайперка, конечно, очень зачетная. Где она там? Давайте ее возьмем в руки. Вот она. Ну-ка.
Вот то, что нужно. Да на тут. Ну-ка. Вот, пожалуйста. Супер. Ну все, теперь нам ничто ни почем. Бридж. Прям все видно. Великолепно. Угу. Ну что я могу сказать? Вообще все отлично. Мы нашли то, что мы искали, по большому счету. Так, ну давайте теперь вылетим на более стабильную орбиту. Так, нам не нужно тут такой, как бы, эксперимент. Ну вот, давайте на этот астероид. Ну, это будет достаточно неплохо и достаточно быстро. Так. Ну все, полетели. Все хорошо. Так. Теперь у нас есть. Интересная вещь. И смотрите, что мы еще нашли. Военное нанитное ядро и нанитное ядро гражданское. Так, что у нас там нужно для изготовления его? Ну да, титан. Угу, угу. Да, но это надо еще поискать. Все, прилетели. Давайте так. Давайте сгрузим сюда взломщики. Вот. Статуэтку. Так, аккумулятор мы оставляем. Еще модуль взлома. Так, в эту сторону мы сгрузим все остальное, в принципе. Так, оставляем. Так, вот это нас интересует. Угу. И военка. Ну, гражданские, не знаю, теперь поскольку они нужны. Так, аптечки у нас есть. 7 гранат мы так оставим. Так, что у нас? Ручной бур забираем. Вот. Давайте так, еще одну заберем. Еще один аккумулятор заберем. Давайте. Так, эми-гранаты мы тоже оставляем. Ну, в принципе, как бы все хорошо, да? Вот единственное, да, мы автомат нашли. Ну, что делать? Нашли, не нашли. Вот так. Так, обоймы. Главное, что мы нашли обойму снайперскую. То есть мы можем делать обоймы. Снайперская винтовка у нас есть. Ну, а дальше уже по ходу дела. Так, что у нас? Ну, давайте поближе к астероиду подлетим. И будем добывать райт-элемент. Он нам пригодится. Вот так. Поближе. Ну, немного его добудем там. Какой-то определенный объем. Так, я думаю, достаточно, да, расстояние. Тем более он вращается, как бы он обычно прилетало нам там в начале, там были случаи, когда просто он по нам бил. Давайте сколько возьмем, парочку. Канистр, заполним все это дело, и все, в принципе, как бы неплохо. Так, вот она. Золотая. Так, здесь узор у нас есть. Ну, давайте столько возьмем. Достаточно для начала. Все, вперед. Ну, короче, наша задача — добыть райт-элемент. Снайперскую винтовку мы уже добыли. Патроны к ней добыли. Просто best. Вот, а дальше мы будем как бы действовать уже, возможно, по другому как бы шаблону. Сделаем, подготовим патроны. Ну, то есть вот таким планом. Вот, давайте.
все. В принципе, можно как бы и титан добыть, но не знаю, насколько он нам нужен. Ну, забивать весь корабль титаном опять, я не знаю, насколько это целесообразно. Так, вот тут совсем такая ровная поверхность. Непонятно, где тут эти все жилы. Сверху мы видели более-менее, да? Ну, давайте. Там, где гейзеры, в ту сторону подадимся. Вот. Все достаточно неплохо. Угу. Вот у нас тут две жилы. Так. Корсар над нами вьется. Все хорошо. Вот. Ну, что я могу сказать? Замечательно. Ну, в принципе, как бы мы сейчас еще покрутимся. Добудем соответствующего количества элементов этого райт-элемента. А потом, да, уже будем возвращаться на Бетир. Единственное, да, рефайн мы не смогли проштурмовать. Но там, вы видели, там... Там рабочие были турели, которые, ну, не дали бы нам так просто. Но потратить все патроны со снайперской винтовки на одну турель, это, конечно... Тем более, это все не изучено. Это было бы, конечно, роскошь. Ну, или надеяться на то, что вот найду. Мы видели, мы осмотрели всю станцию. Всю станцию. Нашли только одну обойму. Может быть, конечно, не так внимательно. Может быть, еще что-нибудь нашли. Но вот факт остается фактом. Так, что у нас тут? Где там жилы? Хелион нам светит. Угу. А вот здесь давайте видим. Чуть вправо. Плеснуло тут. Конечно, было бы неплохо найти сразу жилу и это все добыть, но не факт. Заполнить все канистры, ну мы хотя бы одну заполним, это будет уже плюс огромный. Вот. Железо, титан. Лед. Ну типа предлагаю, давайте в криокамеру и потом, ну в криокамере ты как бы находишься и жизнь твоя не пропадает. То есть все отключил, погасил, все оборудование. И все, и живи спокойно. Так, давайте тут добьем этим титаном. Так, сейчас. Угу. Вот к той жилищу. Ох. Еще одна голдовая канистра. Под ресурсы. Вот под необработанные, непереработанные ресурсы. Еще бы осталось найти под синие, так называемые, третьего, четвертого тира. Это было бы вообще просто замечательно. Так, ну что вот. Видите, там даже какой-то лед был внутри этой канистры. Ну вот, давайте. Титан тоже заберем. Он нам пригодится. Угу. Ну, для крафта. Так, еще тут одна жила титановая, видел. Да, ну и в принципе, как бы мы, ну, еще, может быть, дособираем тут все это дело и посмотрим, может быть, есть смысл уже потихонечку готовиться к тому, чтобы лететь на свою родную базу Бетир. Так, смотрим. Так, мы там были.
Ну да, он тут вращается так своеобразно. Все, давайте, давайте быстрее, быстрее. Там еще нужно. Так. Вот такая поверхность. Ну, корсар далеко от нас не улетает. Это хорошо. Это радует. А вот, давайте в эту сторону. Ближе к гейзерам. Ну, там еще с одной стороны. Так. Угу, есть. То, что нужно. Вот так. Ну, видите, в принципе, как бы все хорошо. Теперь дело за малым. Подготовить боекомплект. Вот. Угу. И давайте еще одну канистру заполним. Да, у нас уже бур тут. Ну-ка, вообще, на самом деле. Ну да, 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 да. Вот он. То есть можем наконечники буров сделать новые. Вообще полностью все. Райт элемент — это тема. Так, ну давайте еще титан. Ну, в принципе, удачно мы тут прилетели. Все то, что мы хотели. Ну, может быть, еще, конечно, автомат, но не знаю, удачно, неудачно, но мы не нашли автомат, нашли только снайперскую винтовку. Но это огромный плюс. Это просто плюс из плюсов. То есть можно будет издалека теперь расстреливать эти турели играючи. Ну, все, в принципе, полетели мы на свой корабль. Вот, мы все канистры заполнили. Вот, вот так. Бур у нас замечательный, голдовый. Ну, прям все, что нужно. Так, смотрим. Сближаемся аккуратно, снижаем скорость. До 5. Так, разворачиваемся. Так, подлетаем к кораблю. Так, в эту сторону выкладываем, готово все. Так, так, этот мы, аккумуляторная батарея. Ну, в принципе, можно поставить новую. Так, угу. Все, поставили. Так, ну что, мы находимся возле астероида, но вот у нас тут есть ресурсы. Потом, может быть, продолжим добывать это все. Так. Все, огромный плюс. Но самый огромный плюс — это, конечно, то, что мы добыли снайперскую винтовку и патроны. Это очень серьезно во всех отношениях. Так вот. Вот патроны. Вот они как выглядят. 12-миллиметровый снайперский патрон, тип нарезной против легкой бронированной цели, размер магазина 6 патронов. Ну вот, нашли то, что нужно. Мы это обязательно изучим. Вот у себя. Ну вот они, снайперские винтовки. Ну, best. Very best. О, какая машина. Вот так. Все отлично. Отличный заход. Так, ну все, давайте так. Давайте, может быть, сделаем тогда небольшой перерыв. Продолжение следует. Всем пока-пока.